Нефтяные цены продолжают снижаться. Сегодня в какой-то момент котировки марки Brent опустились ниже отметки $33 за баррель. Черное золото обновляет минимумы более чем за десятилетие. Эксперты говорят, что причин нынешнего снижения в росте запасов топлива в США, но и кроме того, в целом на мировую экономику влияет ситуация в Китае. Там из-за падения индексов пришлось даже приостанавливать торги на фондовых биржах. К вечеру по Москве на электронных торгах стоимость нефти марки Brent пошла вверх, вернулась на отметки выше $33,5. Новых биржевых курсов рубля при этом нет. На московской бирже сегодня начались рождественские выходные, следующий торговый день – понедельник.